Стратегия с подробной структурой и планом действий, и все должны быть уверены, что правительство готово двигаться по этому плану и не отклоняться, не уходить хаотично в ряд решений других проблем. Вот пока таких последовательных действий не происходит. Вот, причем это не мое мнение, это мнение бизнеса в том числе, и мы сейчас это можем убедиться. Я очень много встречаюсь и консультирую, провожу мне в это время на форумах. Если этого не произойдет, то наш экономический потенциал, нашего роста 3-3,5% в лучшем случае, на много лет вперед. Вот нам не прыгнуть лучше. То есть это будет случайная, может, ситуация.